Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Меня очень волнует поведение моего ребенка. С начала этой недели он начал сильно истерить. Орать во весь голос, визжать, как будто поросенка режет, бегать за мной, просто на руки. Только на руках успокаивается, или когда я просто сижу рядом, ни на шаг не отпускает. Он, конечно, и до этого был мамсиком, но сейчас истерит очень сильно. Его даже папа успокоить не может. Хотя с папой он всегда отлично ладил. Уже третий день подряд во время дневного сна просыпается в одно и то же время и бегает по дому, орёт в поисках мамы. У меня сложилось ощущение, будто его дома что-то пугает. Такое состояние у него только дома, на улице, в саду или в каком-то другом месте он достаточно хорошо себя ведет. Но когда мы зайдет, у него сразу истерика с моих рук не слазит. Не понимаю, что не происходит, и что мне сделать, чтобы он чувствовал себя спокойно. Евгения и ребенок Дмитрий. Зачем-то здесь дата рождения. Собственно, наверное, это и будет мой первый вопрос вам. Для чего дата рождения? Если вы пишете, ну, в разделе эзотерики, то вы ошиблись, потому что это раздел психологии, не эзотерики, и, соответственно, если вам нужен комментарий эзотериков, то я боюсь, что здесь мы вам помочь как раз не сможем. Что касается вашей ситуации, то, ну, во-первых, на мой взгляд, совершенно очевидно, что ничего не может быть просто так, и если ребенок вот так себя ведет, значит, этому что-то способствовало, этому что-то предшествовало. Только нужно, на мой взгляд, понять, собственно, что же произошло, да, то есть, что повлияло на вашего малыша таким образом, что он стал вот так себя вести. Потому что вряд ли это случайно. Вот, значит, напряжение в семье, в семейной, так сказать, в семейном кругу напряжение, является наиболее таким логичным объяснением того, что происходит. В том, что крик истерика – это снятие напряжения. И, соответственно, если ребенок так себя ведет, значит, он снимает напряжение. Вместе с тем, истерика может быть попыткой привлечения внимания. И тут очень важный момент. А как было бы, как складывалось бы ваше общение вот с ребенком, да, и в целом, если бы он не истерил, то есть если бы он вел себя так же, вот, как бы складывалось тогда. Дело в том, что ребенок, дети не глупые, и они не будут делать того, что не дает им, условно говоря, каких-то преференций. Вот. Я бы так это, наверное, сказал. Поэтому, если вот ваш ребенок ведет себя таким образом, это ему что-то дает ему выгоду. И пересматривать, если что-то пересматривать, то в первую очередь нужно пересматривать то, как вы общаетесь с ним, когда он не истерит. Вы, судя по тому, что я вижу, оцениваете его поведение, вы, судя по тому, что я вижу, говорите, что ну вот он хорошо себя ведет, ну вот он плохо себя ведет. Да, то есть вот такая какая-то здесь тенденция имеет место быть. Соответственно, если это присутствует, то вот ребенок может реагировать так на то, что вы все время оцениваете его поведение.
Если где-то в других местах он чувствует какое-то давление, может быть, пока еще, потом, может, и не будет чувствовать давление, вот, то дома он этого давления не чувствует и, соответственно, ведет себя таким образом. Тем не менее, я этот вариант считаю менее вероятным, более вероятным я считаю вариант того, что что в доме у вас напряжена обстановка. А вот, либо эта история про как, ну, то, что у него что-то болит. Ну, и, соответственно, как бы он пытается, значит, заглушить эту боль, да, вот, таким поведением. Естественно, это все предположение, это все наверняка тут не сказать, и без детального анализа вряд ли можно как-то вообще говорить о том, что бы что-то рекомендовать. Это было бы, ну, на мой взгляд, в высшей степени непрофессионально. Вот, поэтому в первую очередь я бы рекомендовал вам, конечно, обратиться к врачу и вот с врачом, побеседовать, да, ребенка как-то вот, пообследовать, вот, и чтобы как-то вот, ну, иметь какое-то понимание того, что с ним происходит. Если физике у ребенка все хорошо, вот, то тогда уже смотреть исключительно на психологическую сторону вопроса, вот, и, значит, решать вопрос в ключе не ребенка, но вас, вашего состояния собственного и, взаимодействие между вами и, собственно, например, папой, да? Вот. Например, почему успокаивает папа его, да? То есть, вот, какие у него отношения с вами и с папой. То есть это вот тоже такой важный, как мне кажется, момент. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Всего самого доброго. Удачи.